Наблюдая за версткой Ромеиной, меня удивили две вещи. Значит, первое, что Людмила удаляет вручную номера страниц, которые нам нужны для научного цитирования. Они нужны верстке, и поэтому тут можно подобрать простейшую wildcards, то есть регулярку, которая вот все будет находить, потому что у нас остались уже трехзначные, и заменяем просто на пустоту. То есть change all. Вот. Заменили на пустоту. И не надо их 900 раз удалять вручную. А дальше нужен скрипт, который сможет номера строк выставить влево, чтобы не заниматься этим вручную. 583 раза удалили. Посмотрим. Ага. Пустая строчка осталась. И... ну, скорее всего, это тоже можно удалить. Строчку вот так вот. В общем, можно взять, наверное, так, replace text, вставить какой-нибудь знак переноса строки и break end of paragraph. Так, ну хорошо, так теперь заменим вместе с end of paragraph change all. Посмотрим, поможет. Вот, и то есть нужно сверстать. Получается, нужно сверстать первую, вторую, третью. Потом нужно будет сверстать четвертую и пятую книги Ромеины. Поэтому он делает это максимально, скажем так, не тратя время на всякую чепуху. Вот эти циферки надо, чтобы они все, значит, ушли влево. Да? То есть, вот как у нас было в Хартихаре, когда у нас привязан здесь стиль вот с правой стороны, так что вот эти номера уходят влево. И вот как нам сделать, чтобы в Ромеине вот этим не заниматься, этой расстановкой вручную, вот чтобы они вот сюда ушли. Вот. Как это сделать скриптом? Спасибо. Так, ну, как это выглядит? Как это выглядит, можно показать? Как это должно выглядеть? Да? Вот. Нет, это у нас никак не должно выглядеть. Так выглядеть не должно. А ну вот, а вот так должно. Вот. Вот наши циферки.